со сахаром, добавь молоко. Приготовим пышные панкейки с нутеллой внутри. Для начала взбей яйцо с В это время у нас на балконе яркое солнышко, спрятаться некуда, можно даже загорать. Полдня убирались с детьми, теперь хочу поработать. Очень много дел у меня накопилось. Всем доброе утро! Сегодня хочу провести эксперимент. С вечера я залила гречку горячей водой, как видите, она набухла. Эту порцию я разделю на 4 части и съем в течение дня до 6 часов. И обязательно нужно будет пить 2 литра воды, даже 2,5. В общем, посмотрим, что у меня получится. Завтра скажу, сколько килограммов я потеряла. Хочу приготовить омлет со вкусной сырной корочкой. На холодную сковороду я выкладываю сыр натертый. У меня сулугуни, но лучше брать твердый сыр. Для омлета я беру 2 яйца, добавляю соль, перец. В рецепте идет 2 столовые ложки молока, но у меня нет, я добавлю столовую ложку сметаны. Также к омлету можно добавить прованские травы немножко. Как видите, сыр у нас расплавился и начал кипеть. Мы уже должны залить его яйцами. Сейчас я накрою крышкой и буду готовить до готовности. Ой, красота какая! Так, смотрим, что у нас получилось. Ох, какая красота! Смотрите. Сейчас посмотрим, какая у нас корочка получилась. Ой. Ну вот, сиди, пожалуйста, на разгрузочном дне. Какие ароматы сейчас стоят превосходные. Ой, корочка хрустящая получилась у омлета. У меня сегодня со светом проблемы. Ой, посмотрите, как красиво. Всем привет еще раз. Оказывается, сегодня день блогера. Меня уже многие поздравили. А я, в свою очередь, хочу сказать, что очень рада тому, что веду блогерское дело, благодаря которому смогла познакомиться с хорошими и интересными людьми. Это мои подписчики и мои коллеги-фудблогеры, с чем я их сердечно поздравляю. Ну и хочу пожелать нам всего самого наилучшего. И самое главное, хороших рецептов и замечательных, добрых подписчиков. Многие заметили мой новый маникюр. Первый раз делаю такую форму. Очень понравилось. И цвет тоже красивый. Прям наслаждаюсь видом. Как вы понимаете, сегодня не будет ни кофе, ни даже чая, только вода и гречка. И вы спросите, почему? Не знаю, как ваши мужья, мужчины намекают вам на то, что вы немножко располнели. Но мой маэстро делает это так. Смотрит на меня пристально, улыбается и говорит, «Вай, мы растем вширь!» И все. Это для меня просто убийственная фраза. Я сразу же настраиваюсь на то, чтобы снизить суточные калории, заниматься спортом, чтобы привести себя в порядок в ближайшие дни. Вот поэтому я сегодня хочу проэкспериментировать. Начну с гречки. Завтра хочу провести и послезавтра тоже белковые дни. Ну, посмотрим. У меня на обед сегодня толма с виноградными листьями. Чуть позже побегу готовить, но прежде хочу сделать объявление. Для всех, кто желает активно работать онлайн, иметь свой личный кабинет, интернет-магазин, приглашаю в свою команду GreenWay. Мы очень хорошо с моей командой работаем, активно. Уже есть зарплаты, конечно же. И хочу сказать, что эта компания на самом деле предоставляет огромную возможность для хорошего заработка. Так что прямо сейчас можете
свайпать вверх, переходить по этой ссылке. Это чат для новичков, где мы с моим наставником будем давать вам подробнейшую информацию. И потом вы уже для себя решите, стоит ли вам попробовать себя в этом бизнесе. Свайпать вверх. У меня на Day мы очень хорошо Рассказывай. Баранин? Жили-были дед да бабка. Такой у тебя будет рассказ. Сегодня баранина, а еще что-нибудь? Был у них барашек. Это грустная история? Почему? Для кого? Для гаражка, да. Барашка. Чепуховничай. Очень деловая. Соня, ты почему такая деловая? Жалко карасиков. И это тоже. Дай-ка глянуть. Очень красиво. Жарится. В общем, я опять пропала с радаров, потому что очень что-то тут так расслабило на даче. Вот, мы наслаждаемся хоть каким-то свежим воздухом, потому что завтра опять едем в Москву и будем там в плюс 28 париться на 7-м этаже и работать. Вот, такие дела. Это все мои новости на сегодня. Что ты пришел? Пожевать что-нибудь? Проверить, как дела в парнике? Тут, в общем, много чего растет интересного. Хорош, пойдем. Пойдем. Оставь в покое маминой травки. Ты что, пришла? Господи, сколько котов. Просто немерено. Так все быстро разрастается, особенно когда растет. С неделю всего приезжаешь. Вообще тут уже прям все, что хочешь. Удивительная погода в Москве. Последнее время, вчера еще все купались. Просто было плюс 30. Сегодня все в куртках. Очень странно. Толстушка. Ты хочешь домой? Пойдем. Закат сегодня. Класс.
Я все забыла. Я все забыла. А я один глаз закрываю или два? Я все забыла. А я один глаз закрываю или два? Воспитывает принцессу. Готова стрелять? Угу. Чуть правее и выше. Чуть-чуть правее, но повыше. Скучностью выстрелов у меня некоторые проблемы в этом году. Вообще, в прошлом я попадала в десятку. Теперь самый мой лучший результат 8. Ну, что поделать. Скучностью выстрелов у меня некоторые проблемы в этом году. Вообще, в прошлом я попадала в десятку. Теперь самый мой лучший результат 8. Ну, что поделать. Ну и всем, конечно, спасибо за теплые слова. Я в ближайший день-два директора сберу обязательно. Вот, вы все очень добрые и нежные. Целую и обнимаю. Ты знаешь, что я учусь на нутрициолога, но также очень часто прохожу курсы по личностному развитию, психологии. И для меня было реально удивление, когда я узнала, что осанка влияет на наши вообще желания. Проведи с собой эксперимент. Подумай о своей проблеме и попробуй решить ее вот в таком состоянии, скрючившись. Ровно минуту посиди и думай о своей проблеме. Спина сгорблена, а голова опущена вниз. И так ровно минуту. А теперь выпрямись. Примись, раскинь руки и посмотри наверх, и подумай о своей проблеме. Попробуй ее решить. В первой позиции приходят дурацкие мысли, как будто все плохо и ничего нельзя решить. А во второй позиции сразу приходит позитивное решение. Теперь понимаешь, насколько важна осанка? Она помогает достигать нам своих целей. И мне посоветовали Наталью, которая помогает сформировать правильную осанку. У нее выходят уроки полноценные, и сегодня был прямой эфир на осанку. Доброе утро, мои прекрасные! Сегодня суббота, присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, здравствуйте, присоединяйтесь к нашему занятию. Наталья, доброе утро, мои прекрасные! Сегодня суббота, присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, здравствуйте, присоединяйтесь к нашему занятию. Наталья создала школу осанки, и сейчас у тебя есть возможность исправить свою осанку, убрать зажимы в теле, ровной спиной, почувствуешься по-настоящему красивой, а главное, уверенной. Снимала все предыдущие видео, я еще готовила обед и лазанью. Обед еще получился соу-соу, более-менее. А вот лазанья полностью сгорела. Вот такая вот жизнь. Завтра в 12:00 пройдет прямой эфир вот в этом аккаунте Альметы, где я буду готовить морковный торт, тот, который ты давно меня просила. И я не просто буду готовить морковный торт вкуснейший, но и сразу снимать, делать съемки рецепта. Ты увидишь весь процесс. Присоединяйся к нам. Еще завтра на прямом эфире я расскажу, как сделать из любимого рецепта полезный рецепт, даже если это сладкое. Поговорим про полезное питание. Присоединяйся. Вообще не переношу сухость. Я без крема не могу ни уснуть, ни вообще находиться даже час. Лазанью спалила, поэтому готовлю теперь рататуй. Овощи, много овощей, ой,
и кролик. И мясо, и овощи. Все в одном месте. Удобненько. Доброе утро. Готовлюсь к прямому эфиру. Сегодня буду печь морковный торт. И вот готовлю завтрак с альметой. Это такие вот блинчики. Внутри будут. Вот такой завтрак придумала сама из того, что было. Это лаваш. Намазала его альметой. 2 яйца и авокадо. Поджарила все. Сейчас провела прямой эфир в аккаунте Альмета. А задача была максимум, потому что я делала морковный торт, и мне нужно было сделать его за час. А торт морковный не делается за час. Он очень легкий приготовление, но из-за того, что нужно испечь корж, который печется 35-40 минут на самом деле, а потом его остудить, то не получается сделать этот торт за час. В общем, немножко сердцевинка у меня не пропеклась, к сожалению. Сейчас я его поставила допекать. Вот такой морковный торт у нас получился. Иду кушать. А рецептик есть вот в этом аккаунте. Готовили в прямом эфире. Идем к тете Бахаре. Заплела 2 косички, как в школе. Аж школу вспомнила. Мы уже приехали к тете. Смотрите, какой вид. Красота. Что мы сейчас будем кушать? Вкусняется, но сейчас увидите. Вот такой стол. Будем сейчас кушать. Пирожочки. Кстати, они есть в ленте. А еще здесь открывается вид на море. Прекрасно. Трахтелка Мартин включился. Мартин, 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 у Мартин, мамасечка, ух ты, мой косёчек, ух, 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 ух. Мне стало холодно на террасе, поэтому попросила Ису дать мне куртку. Так она мне ведь огромная, ну посмотрите. Всем доброго дня и хорошего настроения. Сегодня должно быть почти у всех хорошее настроение, потому что, ну сегодня же воскресенье. Само слово как бы означает отдых и радость. Приветики! Готовим пахлаву. Я не исчезла, работала в компьютере, так голова разболелась. Сейчас хочу испечь овощи в духовке для салатика дымок. Здесь у меня баклажаны были огромные, как бомбы. Я их разделила на 2 части. Сюда же идет красный перчик, и сюда же идут помидорчики. Все это выпекаем при 200 градусах. 35-40 минут. Сначала нужно будет убрать помидоры, потом перец, потом баклажан. Это будет вкусно. Отправляем наши овощи в духовочку. Вот, смотрите, баклажаны так разложила. Перчик, помидорчики. Вообще, это самый вкусный салатик, который только может быть. А еще какой он полезный. А еще я очень сильно соскучилась по ашхабадской окрошке. Нарезала мелко огурчики, зеленый лучок, помидорчики. И райхан, укроп, петрушка, да-да. Именно с помидором и райханом получается настоящая ашхабадская ароматная окрошка на кефире. Буду делать на кефире. Добавлю немножко айрана, соли, перчика по вкусу. Можно добавить молодой чесночок, если вы захотите. Не захотите вонять, не надо. Это будет вкусно. Наши овощи уже испеклись. Помидорчики и перчики нужно снять. И дальше печь баклажаны. Посмотрите, какое все румяное, красивое. Уже сморщилось, значит, уже готовы. Все соединила, перемешала. Добавила еще яйца на крупной терке. Редиску я никогда не добавляю, потому что редиска в сочетании с кефиром
Начинает быстро бродить и портиться, а такая крошка может стоять 2-3 дня в холодильнике. Кстати, именно помидоры в сочетании с кефиром, витамин С, который содержится и там, вырабатывает некий консервант, который держит окрошку несколько дней, и она не портится. Наука! Запеченные овощи я всегда складываю в сковороду и закрываю крышкой для того, чтобы... Огром! Для того, чтобы шкурка вот так вот легко отходила. Посмотрите, как все легко отходит. Вот. И не нужно даже мучиться потом. Все запеченные овощи я нарезала без шкурки. Вот такая вот красота. Дальше нарубим мелко лучок. Красный или белый, без разницы. И любую зелень с чесночком. Дальше добавляем сюда соль и черный перчик по вкусу. А теперь все это перемешиваем. Обалдеть, какие ароматы на кухне. Посмотрите, какая это красота. А какая полезная и вкусная. Я сейчас помыла террасу и хожу, наслаждаюсь этой зеленью красивой. Сразу терраса как-то по-другому выглядит. Как-то по-праздничному, что ли, ярко очень. Купила в Икее подушечки на стулья. Вообще-то они предназначены, чтобы на них сидеть. Но я так решила, что одна будет вверху, спину беречь от ветра. Другая будет внизу. Можно наоборот, бежевую вниз, зеленую наверх. Ну, ярко. Такое удовольствие на террасе. С чашечкой чая или кофе. Сидеть среди зелени. Наблюдать за красивым городом. Дышать морским ветерком, свежим воздухом. Мы собрались со своими родными сегодня. У нас такой пикничок, суши. Это Бахара, моя подруга, принесла. Сестра испекла пирожки. А с меня, как всегда, все только овощное. Всем приятного аппетита. Спасибо. Это Джинета, узнаете ее? Это мой братишка. Это тоже мой братишка. Это моя сестра, узнаете? Это мой сынок. А здесь моя подруга. Снимать? Посмотрите, какую пахлаву шикарную испекла моя племянница. Вы только посмотрите, какое это ореховое чудо. И вот она, сама создательница этого чуда, моя племенница. Пельменница. Нет.